Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Слушаем, ребятки, трек. Ребятки, очень красивый трек, да? Вы сами слышите, я такой нежный, ребятки. Красивые слова. Мелодичный, ребят, голос. Мелодичный голос, так классно звучит. Голос очень красивый, ребятки. И музыка такая классная. Вообще трек такой романтичный, ребятки. Очень нравится. Друзья, очень красивый трек, да? Очень красивый голос. Так поют красиво, нежно, романтично, ребятки. Очень красивые слова, да? В треке. Молодец. Молодец. Красивые стихи написал, да? Красивый музыка. Радует, что смысл текста, да, красивый, смысл, хороший. Да, да, так радует. Вот слушаешь такой вот, такой текст, да? И просто радуешься, что такой интеллигентный молодой человек. Про, да, любовь поет. Про любовь пишет, ребятки. Мне нравится. Музыка красивая. Танцевать можно, ребятки. Просто нежность, понимаете? Приятно слушать, да, ребятки. Да, талантливый. Талантливый молодой человек, друзья. Очень понравилось, с удовольствием. Я тебя прошу, продолжай писать, продолжай радовать нас, зрителей. Ты шикарный, да, исполнитель. Поет прям приятно слушать. Да, да. Приятно. И разные, вот скажи, пел, да, угу, красивый голос. И разные немножко, изюминки, да, добавлял. Изюминки добавлял. Угу. Украшал. Молодец, трек. Да, у тебя очень красиво получилось. Ты очень талантливый. Очень талантливый в музыке, вот там музыка, припев, там голоса такие были. Компьютерный, да? Такой милый голосок, да, да, подпевал. Видите? На, да, заднем плане. Да, видишь, это как у тебя получается хорошо, понимаешь? Это талант. Он не всем, да, дается. Интересный прием. Он не всем дается. Талант у тебя есть, голос чудесный. Развивайся дальше, твори, пиши, радуй нас, зрителей. Покоряй музыкальную индустрию, у тебя все получится. У тебя все отлично. Ты умничка. Вперед. Молодец. Пока, друзья.